спорте мы можем добиться определенных успехов, которые потом переложатся на твою обычную жизнь. Я говорил: Дашка, а зачем ты хочешь в физкультуру? Ведь ты же в паралимпийской сборной, такая топовая спортсменка. Я всегда говорил очень простую вещь, которая запомнилась на всю жизнь. Я такой же ученик, и вы прежде всего человек, как и вы. Самый главный плюс – это то, что дети могут социализироваться с обычными детьми, учиться вместе. Это очень большой вклад в их развитие, дальнейшее будущее. Лично меня она научила не бояться детей с инвалидностью или с какими-то особенностями здоровья. Вот после нее я перестала этого бояться внутренне. Вдруг я что-то сделаю не так. Инклюзивное образование – это именно про принятие людей совершенно разными, таких, какие они есть, и создание для них условий так, чтобы всем было комфортно. Я хочу помогать именно деткам с особенностями в развитии, с поражением опорно-двигательного аппарата, помогать физически их развивать, но также как-то психологически адаптировать.